Всем большой привет, меня зовут Татьяна. Сегодня будет обзор из магазина Fix Price, город Ижевск, улица Сабурова, 19В. Очень много привезли различных корзинок. Вот, например, такая за 79 рублей, размер 19 на 14 на 7 сантиметров. Расцветки в ассортименте. Металлическая корзинка на дверцу за 149 рублей, размер 28 на 11 на 21 сантиметр. Пластиковая корзинка за 99 рублей, размер 24 на 16 на 14 сантиметров, представлены в трех расцветках. Корзинка кружевная, также за 99 рублей, состав полипропилен и есть значок, что пластик подходит под пищевые продукты, представлены в двух расцветках. И еще одна небольшая пластиковая корзинка для хранения, также за 99 рублей, размер 19 на 19 на 14,5 сантиметров, подходит под пищевые продукты. Часы-фоторамка сделаны из МДФ, размер 26 на 12 на 3,5 сантиметра, работают от одной пальчиковой батарейки, в комплект она не входит. Сзади есть подставка, цена 299 рублей. Детский перекидной календарь на 2022 год с героями Marvel. В наборе также есть 100 мотивирующих наклеек. Вот с обратной стороны нарисованы картинки на каждый месяц. Здесь представлены наклейки, которые можно будет приклеивать на определенную дату. Календари представлены в ассортименте, цена 99 рублей. Салфетка кухонная, размер 43 на 28 сантиметров, с зимней новогодней тематикой. Она такая толстенькая, мягкая, состав полипропилен и эва. К сожалению, ценника не было, думаю, 77 или 99 рублей будет стоить. Еще одна кухонная салфетка, размер 45 на 30, состав ПВХ и полиэтилен, цена 77 рублей, тоже с красивыми новогодними рисунками. Набор ковриков для посуды, в наборе две штуки размером 30 на 40 сантиметров и 38 на 50 сантиметров, состав полиэстер, цена 249 рублей. Внутри салфеток поролон, они толстенькие, мягкие, хорошо будут впитывать влагу. Расцветки представлены в ассортименте. Белая праздничная скатерть из рождественской коллекции с золотыми цветами. Размер 135 на 135 сантиметров, состав ПВХ. Такая скатерть подойдет на круглый стол диаметром 1 метр, а также на квадратный размером 1 на 1 метр. Скатерти представлены золотыми и серебряными узорами. Цена 249 рублей. Икорница с крышкой в праздничной коробке. На коробочке есть сразу и пожелания, можно подарить на Новый год. Сделана из толстого стекла, она небольшая, смотрится очень аккуратно и мило, но довольно-таки увесистая для своего размера, цена 149 рублей. Минажница сборная из трех штук, состав опаловое стекло, цена 199 рублей. Салатники из рождественской коллекции, есть вот такой очень нарядный, нежный, с золотой каемочкой, ценников, к сожалению, нет. И есть еще вот такой более тяжелый, увесистый салатник, также из опалового стекла, объем 2,1 литра. Набор форм для запекания с крышками, есть набор из 10 штук объемом 450 миллилитров, состав алюминий, такие формы можно использовать и многократно, и есть набор из 5 штук объемом 800 миллилитров, цена 99 рублей.
Овощечистка за 55 рублей, состав полипропилен, полистирол и нержавеющая сталь. Расцветки в ассортименте. Щипцы кухонные, длина 25 сантиметров, состав нейлон и силикон. Такие щипцы подойдут как для выкладки салатов, так и для переворачивания продуктов на горячей сковороде. Не повреждают и не царапают посуду. Внутри находится прочный нейлоновый стержень. Цена 99 рублей. Расцветки в ассортименте. Скакалка с счетчиком, она идет без шнура. Состав АБС пластик, полипропилен, ПВХ, ЭВА и сталь. Такая скакалка развивает выносливость тела, приводит организм в тонус. У нее имеется счетчик прыжков, ручки с антискользящим покрытием, а механический датчик фиксирует количество оборотов скакалки. Также имеется кнопка сброса прыжков. Цена 299 рублей. Расцветки в ассортименте. Спортивный коврик-подушка предназначен для комфортного выполнения упражнений благодаря смягчению опоры коленей или кистей на пол. Идеально подходит для йоги, пилатеса, растяжки, медитации. Состав полиуретан. Коврик имеет вогнутую форму и нескользящую поверхность. Цена 199 рублей. Представлены в двух расцветках. Накладные самоклеящиеся ресницы, состав вискоза, полиэстер, хлопок и клей. На обратной стороне есть инструкция по применению. Реснички представлены в разных объемах. Цена 99 рублей. Перчатки женские. Ткань очень похожа на замшу, сверху мех. Состав 92% полиэстер, 8% эластан. Цена 249 рублей. Женские варежки, плотные, теплые. Ткань похожа на баллон с влагоотталкивающей пропиткой. Очень приятная на ощупь, с покрытием soft touch. Думаю, продувать точно не будет. Сверху есть мех. И внутри тоже меховая подкладка. Состав 100% полиэстер, цена 299 рублей. Женские махровые носки подойдут на размер 36-38, состав 80% хлопок, 18% полиамид, 2% эластан. Производство Россия, цена 99 рублей. Еще одни теплые женские носочки подойдут на размер 36-39 с очень длинным составом, 50% полиэстер, 25% шерсть, 12% полиамид, 9% акрил, 3% вискоза и 1% эластан. Цена 149 рублей. Сникерс за 149 рублей в наборе 9 штук по 40 грамм. На этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.